Техасская школа бизнеса МАКОМПС при университете в Остине получит финансирование в размере 2 миллиона долларов от Ripple в течение последующих 5 лет. Инвестиции пойдут на проект Blockchain Initiative, цель которого заключается в том, чтобы поддерживать преподавателей и аспирантов в изучении блокчейна, а также обучать студентов основным концепциям криптомира. Эта инвестиция является частью глобального проекта Ripple, в рамках которого учебные заведения по всему миру получат 50 миллионов долларов на исследование потенциала технологий распределенного реестра. Среди получателей этих средств числятся 17 международных учреждений.